Это уникальное место, где на практике профессионалы, психологи, психотерапевты смогут ощутить на себе техники, посмотреть, как работают коллеги. Студенты здесь смогут посмотреть на практике, что такое арт-терапия, для чего она, для кого, как с ней работать. Просто родители получат массу удовольствия от того, что они узнают, как общаться с детьми, как с ними работать. Я думаю, что этот фестиваль должен посетить каждый человек, поскольку здесь, на этом фестивале, можно получить вдохновение, получить мотивацию, получить море полезной информации и приятных эмоций.